черт! Вы это видели за преподос... Что твори, про меня зовут Церкви, он если просто срал уже переподписатель на мой канал, чтобы быть моей сопре банде. Самая сильная батя на ютубе, ведь предыдущая сопре банда будет на теме. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей сопре банде. Самая сильная батя на ютубе. И брось его на эти простое видео, потому что в одном из прошлых видео у меня украли Настю, да, под это видели мой говорящий том, у меня украл Настю. Я не знаю, когда выйдет это видео, скорее всего, что оно выйдет через неделю. Банда просто видео разговаривал с говорящим то в 3 часа ночи. После чего он начал себя как-то очень странно вести. Он начал мне отвечать то, что я ему не говорил. Я все еще не знаю, что с этим делать. И тем не менее, банда мой говорящий Том и говорящий Анжела украли у меня Настю. Это просто жесть, супер банда. Сегодня я должен вернуть Настю, не знаю, как, но я должен это сделать. Эй, банда, именно поэтому сегодня я решил, что я должен сделать куклу Вуду на говорящего Тома, использовать ее и любыми силами вернуть Настю. Не знаю, что получится, банда, тем не менее, погнали. Делаем куклу на говорящего Тома. Окей, супрепады, вам не послышать, я реально сегодня сделал куклу воду на Тома. На того, чего не существует, это просто шесть банда. Окей, банды, вот так вот выглядит кукла на говорящего Тома. Не знаю, не очень похожа на какая-то, но тем не менее будет такая. И вот банда флешка. Собственно, у меня нету крови Тома, именно поэтому я воспользуюсь флешкой, куда я загрузил говорящего Тома. Ту игру, которой нам надо. И засуну где-то между эти нити. И я думаю, банда, что после этого говорящий Том должен привязаться к этой кукле. Не знали, то получится, но мне кажется, что должно получиться. Окей, супрепады, вы только посмотрите на эту куклу, она реально выглядит странно. Но прежде чем я привяжу куклу Вуду к Тому, давайте сначала с ним пообщаемся. Возможно, он сразу и так захочет меня отдать Настю. Возможно, им это просто не надо. Ведь как мы помним в прошлом видео, они хотели стать очень популярными. Поэтому не просите ставить лайки и подписываться на канал. Поэтому под этим они свое получили. Видео набрало немало просмотров. Окей, под что ж, давайте подождем 3 часа ночи, попробуем пообщаться с говорящим Томом. Окей, супрепады, на часах 3 часа ночи 2 минуты. Это просто жесть, банда. Что, смотрите, на ваших глазах сейчас запускаем говорящего Тома. Пошла загрузка, банда, это реально жестко. 3 часа ночи мы начинаем разговаривать с Томом. Именно тогда, когда начинает твориться что-то ненормальное, что-то странное. Окей, супрепады, как видите, Том загрузился. Эй, Том, привет! Видите, он все еще за мной повторяет. Наверное, еще не полностью загрузился, банда. Посмотрим, что мне сейчас ответит. Том, верните мне Настю! Ничего не происходит, банда, это очень странно. Окей, супер, банда, теперь давайте будем на серьезных щах общаться с Томом, потому что хватит уже этих шуток. В прошлом видео мы уже поняли, какой же Том ужасный. Том, где Настя? Он просто мне повторяет. Верните мне Настю. Том, где Настя? О, черт, супрепады, вы это слышали? Том только что мне ответил и сказал, у нас это было. Похоже, мы уже начали действовать. Что ж, банда, теперь Том нас слышит, теперь он может с вами общаться. Пришло время разговаривать дальше. Что вы хотите за Настю? Черт, вы это слышали, банда? О, черт, супрепада, они опять жаждут популярность, это реально жестко. Давайте им что-то ответим на это. Ну я и так снял про уже 2 видео, верните мне Настю. Черт, вы это слышали, супрепада, что это вообще было? Они реально одержимы популярностью. Им постоянно хочется становиться все популярнее и популярнее. Это реально жесть, банда. Окей, под этот разговор он уже никуда не заведет. Пришло время привязать куклу Вуду к Тому. Я специально выбрал Тома, не Анджелу, потому что он здесь главнее. Привязываем куклу Вуду к Тому. Погнали, банда. Окей, супрепада, реально ничего не получается хорошего с Томом. Поэтому пришло время действовать. Нужно привязать ту куклу Вуду к Тому. Ты готов, Том? Молчи, молчи, сейчас увидим, кто из нас тут главный. Окей, супрепада, я на эту флешку скачал говорящего Тома. Сейчас мы подключим эту флешку к этой кукле Вуду. Надеюсь, банда, у нас это будет работать. Засунем сюда в свою флешку. Окей, вот так вот. Есть. Ты решил ко мне привязать куклу Вуду? Ну, удачи. О, черт. Вы это слышали, супрепанда? Да, Том, я верну Настю. Да, Том, я верну Настю. Он молчит. Том, почему ты замолчал? Том, почему ты замолчал? Окей, супрепада, почему-то Том уже замолчал. Это реально все очень странно. Пришло время использовать куклу Вуду. Проведем наш первый эксперимент над куклой Вуду. Погнали! Окей, супрепада, пришло время проверять куклу Вуду на Томе. Окей, раз, два, три. О, черт, банда реально попал. Окей, сжимаю со всей силы на. О, господи, банда, вы это видели? Окей, супрепада, просто жесть, кукла Вуду работает. У нас реально получилось привязать Тома. Это просто жесть, супрепада. Куклу Вуду кровать, вы только в это служитесь, банда. Что ж, супрепада, это реально жестко. Теперь давайте спросим об этом в Тома, как же ему понравилось или нет. И он берет нам Настю или все еще нет. Окей, банда, вот он стоит, еще ничего не подозревает. Ведь у меня в планах еще очень много чего страстного для него. Окей, банда, ну что, как тебе такое, Том? А, черт! О, черт, банда! Он только что меня ударил током! Черт! Да что же это за такое демоническое существо? Он реально меня только что ударил током! О, господи, банда, мне прям это не верится! Он реально меня только что ударил! Я прям почувствовал это на руке! Телефон меня ударил током, как он все это сделал! О, черт, банда, это реально страшное существо! Как ты это делаешь, Том? Как ты это делаешь, Том? Ну, отвечай!
отвечай. О, черт, Supreme Bad меня просто игнорит. Окей, Supreme Bad это просто жесть, это реально какое-то слишком странное существо. Хотя я уже запутался. Я не понимаю, это существо или робот, или какой-то демон. Потому что Бада вся это реально очень странно. Окей, Бада мне все еще не хочет возвращать Настю. Давайте мы дальше будем проверять куклу Вуду на нем. Да, я просто собираюсь уничтожить куклу Вуду, только чтобы он вернул Настю. Это реально жестко, Банда. Окей, Supreme Bad, знаешь что? Давай на этом видео наберем 1000 лайков. Ведь Supreme Bad мы самая сильная Бада на Ютубе, а значит, что правильно. Наше видео должно быть самое большое количество лайков. Именно поэтому, Банди, допускайся, не жестко, сосарский лайк. Посмотрим, сколько же у нас будет лайков Supreme Bad, самой сильной Бады на Ютубе. Окей, тем не менее, Бада, мы продолжаем наши эксперименты. Том, слушай сюда, если ты мне не вернешь сейчас Настю, я уничтожу куклу, а значит и тебя. Давай. А чё тут со мной играется? Окей, Supreme Bad, видимо, Том не понимает, с кем он связался. Мы сейчас просто реально уничтожим куклу Вуду раз и навсегда. Я надеюсь, Настя вернется после этого. Окей, Supreme Bad, что ж, пришло время уничтожать куклу. Хотя нет, я ударю легенкой, только попробую его испугать. Посмотрим, как тебе такое, Том. Я попал в куклу. Я его вырубил, Банда, посмотрите, он просто лежит. О, черт. Окей, Supreme Bad, это просто жесть, я только что вырубил Тома. Я почти со всей силы ударил куклу, он просто вырубился. Это реально было жестко, Банда, окей. Теперь давай, если поговори, посмотрим, что теперь будет говорить мне Банда. Как тебе такое, Том? Мне даже очень нравится. Что? Тебе не могут нравиться такие игры. Какой-то садомазохист. Я не понимаю, если этому-то вообще надо. Я уже просто уничтожаю его куклу Вуду, ему все еще это все нравится. Это реально жесть, Supreme Bad. Я уже не знаю, что дальше делать. Это прям реально какой-то демон садомазохист. Просто жесть, Supreme Bad, ему нравится боль. Я не знаю, что делать дальше. Окей, Том, пожалуйста, верни Настю. Я тебя уже прошу, может, хватит. Вы уже и так достаточно популярные. Том! Черт, он меня просто игнорит. Supreme Bad, я не знаю, что делать дальше. Что вообще боятся коты? Воду! Вот что боятся коты! Давайте сейчас потопим эту куклу Вуду и посмотрим, как же это понравится нашему коту Тому! Окей, Supreme Bad, собираем куклу Вуду, идем в ванну и посмотрим, что же нам дальше скажет Том! Окей, Supreme Bad, на часах 3:33! Самое время использовать куклу Вуду дальше! Просто ужасное! Окей, Bad, давайте теперь попробуем поговорить с Томом, посмотрим, что он нам ответит! Том, я сейчас буду тебя топить, как тебе такое? Черт! Том, я тебя реально топлю, верни мне просто Настю! Какой-то садомазохист, Банда, он просто меня игнорит. Том, смотри, я реально сейчас буду тебя топить. Я положу куклу Вуду в раковину, я уже готов. Окей, Supreme Bad, что ж там все еще не пугается? Давайте теперь мы используем на полную куклу Вуду. Мы утопим, Банда. Я запускаю воду. О, да, пошла Сара, Банда. Ну что, как тебе такое, Том? Нет, Том, ни за что я не перестану, пока ты мне не вернешь Настю. Что ж, Supreme Bad, я продолжаю топить куклу. На, вот так вот, Supreme Bad, я реально утоплю куклу. Это просто жесть. На, тебе еще в рот, а в нос, Том. Как тебе такое? Молчишь, ну молчи, посмотрим, что ты будешь говорить дальше. Он просто молчит, Банда. Телефон потук, черт. Окей, что-то реально происходит не так, потому что уже все слишком заходит далеко. Окей, Supreme Bad, что-то все очень странно. Том уже сам нас умоляет, что мы перестали все это делать, но он все еще не возвращает Настю. А что, если он реально больше никогда не вернет? Черт, я реально не знаю, что дальше делать. На, Том, как тебе такое? Получай, вот, вот. Вот, вот, просто верни мне Настю, я перестану это делать, вот, на. Господи, Банда, я уже просто убил куклу, как еще говорящий Том же. Что это было? Вы видели? Он же стоял здесь, только что упал. Почему только что нож упал? О, господи, что вообще происходит с Томом? О, черт, это реально жесть, я уже не знаю, что делать, на, то получай еще пилкой, на. Как тебя? Я перестал. Черт, Supreme Bad, мне звонит говорящий Том. О, господи, что ему опять меня нужно? Я беру трубку, Банда, раз, два, три. Что? Он сказал, что он может так же самое, как я, управлять куклой Вуду. Что это все значит, Банда? Черт! Вы это слышали, Банда? Я реально там что-то слышал, Supreme Bad. Что там было? Стойте. Что? А где кукла, Банда? Вы видите? Она где-то здесь же была, я покинул здесь, Банда. Supreme Bad, что вообще происходит? Похоже, что-то началось ненормальное, Банда. Куда-то пропала кукла Вуду. И он сказал, что он может ей управлять. Черт, я покинул за кого-то здесь. Разве эта дверь была открыта? Что если это кукла? Что если это вдруг Том вселился куклу не открыл? Эй, здесь кто-нибудь есть? Черт, это что, кукла? О, черт, Supreme Bad, что это вообще происходит? Только что Том выбросил куклу. А что, если это и есть сам Том? Господи, Банда. О, черт, вы это видели, Supreme Bad, что это такое? Только что кукла сама... Господи, Банда, вы это видите? Пожалуйста, отстань от меня, Том. О, господи, нет, Том. О, черт, быстрее, где здесь флешка? Черт, ну уже давай. О, господи, есть, я вытащил флешку. Все. Кукла будет аннулирована. Вы это видели, Supreme Bad? Том на меня набросился. Вы только посмотрите на это. Теперь эта кукла Вуду реально страшно выглядит. Окей, Банда, я вытащил флешку. Получается, что я вытащил Тома из куклы Вуду. О, господи, это реально жесть. Том только что взялся за куклу Вуду и начал ее управлять. Это просто жесть, Банда. Том, Том. Что? Том. Supreme Bad, вы это видите? Я вырубил Тома. Он просто лежит здесь, какой-то стоп-кадр. О, господи, Банда, вы только на это посмотрите. Том мертв, я его просто уничтожил. Я только что уничтожил Тома раз и навсегда. Но, блин, он все еще мне не вернул Настю. Блин, я об этом даже не подумал. Как...
О, черт! Суприбат в это видите, это же Настя! Эй, Настя! Что они с тобой делали, Настя? Я была игрой. О, господи! Мы пользовали, скачивали и пользовали. Это просто жесть, Суприбат, что говорит Настя! Вы это слышали, банда говорящий Том использовал Настю как игру! Суприбат, это просто жесть, вы это видели? Я уничтожил говорящего Тома, вернулась Настя! А то, что говорит Настя, это просто жесть! Они ее использовали как игру! Это реально жестко, банда, Настя была игрой в цифровом пространстве! Окей, банда, мы уничтожили Тома, но еще осталась Анцела! И я уверен, Суприбат, что она будет продолжать делать его дела! Тем не менее, банди, давай на это видео наберем 10 тысяч лайков! И Суприбат, я сделаю куклу Вуду на Анцелу! И посмотрим, что тогда будет! А я думаю, банда будет что-то очень жесткое. Эй, бро, вот комменты за прошлого видео. Господи, какие они шикарные. Просто идеальные комментарии. А, бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, то всего лишь тебе нужно нажать на колокольчик и все, бро. Ты уже в следующем видео. Вот такой вот просьбе ко мне видео. Колокольчик, комментируй в следующем видео. Эй, бро, знаешь что? Оставайся, ты такими шикарным. Пока!